Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Вербное воскресенье, 25 апреля. Добрый народный праздник, любимый всеми, и его отмечают за 7 дней до Пасхи. В этот день мы будем с вами загадывать желания. Утро, конечно же, начинается с похода в храм, но если у вас нет возможности, ничего страшного. Достаточно просто мысленно обратиться к высшим силам, и вы обязательно будете услышаны. Искренне обратитесь со своей мечтой, со своим желанием. Главное, чтобы ваша просьба была от всей души, и обязательно верьте в то, о чем просите. Чтобы весь год у вас прошел благополучно и в достатке, заварите вкусный чай, бросьте туда пару почек вербы, мысленно попросите себе счастья, благополучия, достатка. Пока пьете чай, визуализируйте ваше благосостояние, испытывайте приятные положительные эмоции. Чай нужно выпить до конца. А когда выпили, просто скажите «на богатство» и увидите, как богатство очень быстро придет в вашу жизнь. Ну а теперь мы с вами будем загадывать желания. Все достаточно просто. Зажигаем в этот день любую свечку. Смотрим на огонь и говорим такие слова. Вербное воскресенье наступило, светлые двери для меня открыло. Пускай в мой дом войдет счастье и достаток. Высшие силы сегодня попрошу исполнить свою мечту. Да будет так. Вот эти слова вам нужно сказать ровно 3 раза. Далее, после, вы просто думаете о своих мечтах, о своих желаниях, то, что вы хотите получить в своей жизни. Посидите 2 минуты, помечтайте, ведь в этот день все мечты будут исполняться. А после свечку можно затушить, оставить до следующей практики. И верьте в это волшебное воскресенье, которое принесет много чудес.